Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил новый состав и перераспределил полномочия нескольких членов окружного правительства. Первым заместителем главы региона назначен Александр Калинин. Он будет курировать вопросы экономики, госзаказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса. Расширилась зона ответственности заместителя губернатора Сергея Карасева. К нему переходит госнадзор в области племенного животноводства, деятельности агропромышленного комплекса и ветеринарии. Заместителю губернатора Александру Подороге переданы вопросы строительства дорог и жилищной политики. Исполняющая обязанности заместителя губернатора, руководителя аппарата главы региона, назначена Светлана Твердовская.